Ну посмотрим сейчас, кто круче. А, я забыл, здесь не передвигается это на... Ладно, сейчас плюс... на стрелке передвигать, так. Запущена программа строительства номер 721. Чего не отдаляет? А, так. Блин, сильно близко. Или это просто после той игры, кажется. Рим. Разведчики прибыли на службу. Мы заняли позицию. Так, 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 где? Производим проникновение на территорию противника. Разведчики сверху готовы. Производим проникновение на территорию противника. Быстрее, пеньки. Защищаем объект вашим услугам. Строительство номер 721. У тебя там как с войска? Ваши желания всегда бдительны. Не жалко. Ваши желания. Ну ладно, я все равно знаю, что у тебя войска нихрена нет. Защищаем объект. Я здесь, чтобы служить. Запущена программа строительства номер 721. Ой, сейчас это программа 721. На все строения, причем одна и та же программа действует. На газ. Блин, теперь нет. Я здесь, чтобы служить. Запущена программа строительства номер 721. Да, командир. Производим проникновение на территорию противника. Ты уже захватил, да? Кого? Ой, ё-моё, я даже и не заметил. Я жду ваших распоряжений. Запущена программа строительства номер 721. Сюда, сюда, смотри, смотри, сюда, Алин, Илья, Алин. Я промолчу. Где этот? Чё опять там трясётся? Ну, это монолит пробуждается. Да, он великолепный. Трофейный. Трофейный монолит. Защищаем объект. На кусок. Я слушаю, лорд-командир. Да, он великолепный. Да ё-моё. Да ё-моё. Я здесь, чтобы служить. Запущено. Защищаем объект. Номер 721. Разведка готова. Я здесь, чтобы служить. Запущена программа строительства номер 721. Они меня доконают. Программа 721. Я жду ваших распоряжений. Вот вообще задница, ладно. Запущена программа строительства номер 721. К вашим услугам. Производим проникновение на территорию противника. Механикус. Механикус. Дай его опять потерять. Да бегом, 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 бегом. Что ты там как хочешь? Все вижу, все знаю. Я здесь. Разведка, да, работает. Страх повергает веру. Да, он великолепный. Запущен программа строительства номер 721. Защищаем объект.
Разведка готова. Разведчики выдвигаются. Да, повелитель. Да, повелитель. Ну все правильно, само. Запущено. Что там само? Это титан 21. Да откуда у тебя титаны? Мы готовы. Трофейные. В атаку! К вашим услугам. Ой, ё-моё, я даже не заметил. По нам ведут огонь! Готовы. Отступаем, отступаем, ультраманы. Разведчики прибыли. Императора! Разведчики выдвигаются. Против своих братьев, ну это вот именно что. В атаку! Вы нам это самое. Вера, копье Лемонаруса не отдаете. Всегда бдительны. Как хоть не за космических полков, но один фиг. Зачистить, изгнать, уничтожить! Блин, вот ты вовремя любишь нападать. Ты еще скажи, что уходил куда-нибудь. Я жду ваших распоряжений. Запущена программа строительства номер 721. Захватил кусок. Блин. Да, повелитель. Подчиняюсь. Так, надо было бы. Все. Защищаем объект. Здесь тоже. Никакого хардкорда нет. Запущена программа строительства номер 721. Я служу императору, командир. К вашим услугам. По нам ведут огонь. Начинаем поиск. Собираем информацию. Так точно, лорд-командир. Отступай, он страшный. Храните бдительность, братья. Вот видишь, один раз твой взвод уничтожил, все тебе. Мы ждем приказа. Слава какая гремит. Так. Ай-яй-яй. Где-то тут такая фигня-то была, где-то есть. А вот. Император хранит нас. Принимаю командование. Я ломал тебя. Подожди, ты еще. Где ты есть? Я здесь, чтобы служить. Запущена программа строительства номер 721. Запущена программа строительства номер 721. Чтобы служить. Ну ты его. Я жду ваших распоряжений. Запущена программа строительства. Нападай, Слуга. 721. Вот не делать больше нечего. Ай, опять не хватает. Вот эти опять подсказывают, да, самую слабую точку. Там уже какой-нибудь танк поставил. Ага. Это хоть крайне сомнительно. Да. С чего бы даже вот тебе подсказывает? Я вчера также тебе подсказал, вот ты тупанул. Да, он великолепный. Запущена программа строительства номер 721. Вот эта вещь. Сам ты вещь. Да я не про тебя, хитрый ты. А, ну тебя я даже хитрым деревом не назову. Ты олень, молчи вообще там. Молчи, животное. Правда, я не придумал пока еще какое, но... Ты олень, вот я же... Вот олень, ты и твой космодесант. По нам ведут огонь!
Ну зачем вы за ним олени, блин? Вот видишь, а ты здесь сомневаешься, у кого там стадо оленей. А ультрамарины какому примаху? Смотри там как ударение на готове. Да, о великолепный. Ну теперь я, блин, это чуть подольше подожду, чем обычно. Да, че ты в атаку великолепный. У тебя сыка был шанс. Враг контратакует. Я один раз ходил тут. Воины инквизиции ждут вашего приказа. Все, я инквизицию. Моя вера защитит меня. Инквизиция, инквизиция. Принимаю командование. Всех рыцарей? Аптекарий слушает. Будьте внимательны. Да космодесант, ты знаешь, на чем вертел. Мы ждем приказа. На чем? На тебе. Ты своих космодесантников там еще разбери-то. Я жду ваших распоряжений. Сейчас моя инквизиция придет своим. Нет у тебя инквизиции, у тебя самозванцы и еретики, и вообще предатели. Да, повелитель. Запущена программа строительства номер 721. Так. Ох, тут генератор нельзя на второй уровень переводить. Да, повелитель. Да, о великолепный. Еще только три строить. Я здесь, чтобы служить. Хотя, запущена программа строительства номер 721. Так, ты-то строишь? Нет. Вечно чего-нибудь не хватает. Да постоянно так. Разведчики прибыли. Повернись ко мне, пуха. Ага, все понятно, так будет. По нам ведут. О, у меня сын должен появиться. Ой, про это. Я разведал тебя. Да пофиг, пускай. Да, о великолепный. Так, у тебя чуть-чуть разведка провалилась, тебя убили. Я зато засветил тебя все. Ты понимаешь, пацана убил. Ступай спокойно и держи оружие наготове. Я не понял, что ты сказал. Понимаешь, зачем просто так именитов тратить? Да, о великолепный. Это ты про себя. О, инквизиция. Запущена программа строительства номер 721. Она всех порвет. Да и тебя порвет. Да, бдительная. Сегодня враг узнает, что такое страх. Да, ослабление духа. Командир ветеран. Тын-тын-тын. Бум! Тебе по лбу. Истребим Никитиков. Император сам же себя истреблять. Блин, да даже. Император же есть. Он говорил, чтобы ему не молились. Да самый... В итоге все наоборот. Ну это я знаю. Самый хитрый дерев, и то лучше тебя. Сюда иди. Мы несем смерть с небес. Че ты там не говоришь? Вот посмотри, да, сколько сюда. Войск, у меня всего 4 отряда. И держи оружие. Мы можно было смести давно. Я боюсь. Бойтесь нашего гнева. Вдруг ты там этого вещь-то. Да и оборона тоже так. Атакуй, атакуй с юга. С юга? Ага. А чё? Ага, сейчас побежал. Все армии уже туда. Да, повелитель. Вот так. Да, о великолепный. Да строй ты, да, повелитель. Грёбаный пепелац, так. Да, повелитель. Запущена программа строительства номер 721.
340, надо 340, давай. Так, а где... Тут что, геотермального источника нету на карте? Нету, да? Хреново, конечно. Мы готовы. Да, вообще. Попали. А потекай, я что делал? Чего? Да, повелитель. Вот он, приземлился мой апотекарь. Ой, его тоже же отряд. Да. Ну, хотя он, по-моему, да, там в радиусе от себя еще тоже лечить умеет. Так. Еще одного апотекаря. Агибрейри, он для чего? Ну, он... Ну, почитай, по-моему, что он... Сай... Основная специализация снижает боевой дух противника, псайкер. Да. Я слушаю, лорд-командир. Да, повелитель. Я их тоже не знаю. Я издал волю императора. По слову императора. Капила. Я поведу вас. Косы, да, повелитель. Прям уже не знаю, что там строить. Все построено. Да ты не нападаешь. А я не нападу, пока вас не будет. Ваших распоряжений. Терминаторы готовы. Хотя чисто я ради, же не дурак. Ради тренировки. Орбитальное десантирование. Жалко, это не стал гиперспортивной игрой, да? Да, он великолепный. Такой, как Стар. Народу там много. Да просто это все по настольной игре. Настольная эта игра один фиг собирает. Терминаторы готовы. Все, апотекари будут здесь поддерживать. Отборные силы войска императора докладывают. Отборные, у кого отобрали. О! Вот это есть. Так, вы вдвоем. Строите где-нибудь еще одну такую фигню. Вот тут. Запущена программа строительства номер 721. Я жду ваших распоряжений. Блин, вот. Вот я. Отборные силы войска императора докладываю. Ступай с за императора порвем любого. Так. И тебя в том числе. Где мы нужны? А он ее так и не забрал. Никто не посмеет понятно. Встать на нашем пути. К вашим пути. Услугам, к вашим сейчас услугам. Да. Занимаем позицию. Ну то сразу центральную эту базу у нас. Бойтесь есть. Чужаков, мутантов, еретиков. Так точно. Отборные силы войска императора докладывают. Моя рука не дрогнет. По нам ведут огонь. Мы ждем приказа. Разведка! Внимательно, братья! Враг где-то неподалеку. Я слушаю, лорд-командир. Император хранит нас. Враги человечества император не устоят нас. Перед нами. Ну где твоя непобедимая? Не, ну это даже скучно не может. Разведка! В атаку! Ядрить кладить по своим. Будьте внимательны, братья. Долго ты еще неподалеку. Захватить и удерживать. Я, в принципе, пехоты справился. Будьте внимательны, братья. Может, и компьютер враг в помощь. Где-то неподалеку. Да. Интересно, как ты с компьютером скажешь. Император хранит нас. Да, подожди, пожалуйста. Поздно. Ты будешь не слушать. К вашим услугам. Сайт оператора. Запущен.
Запущена программа строительства номер 721. Одна программа на всю. Сегодня враг узнает, что такое страх. Моя рука не дрогнет. А, ну базу я вроде чуть-чуть... По нам ведут огонь! Микроспущенность ведет к ереси. Микроспущенность ведет к ереси. Где мой самый главный пилот? Что я должен сделать? Хищник доставлен. Извините. Хищник ждет приказа. Хищник ждет приказа. Джаггернаут доставлен. Джаггернаут доставлен. Джаггернаут к вашим услугам. Сейчас будет исполнено. Только в суровом мире будущего штурмовой БТР. Дух машины готов. Выдвигаемся. Этот город наш. Смерть доставлена. Не дай бог ты сюда, я тебя разбил. Чего? Да, вы погоды. Хищник ждет приказа. Джаггернаут. Специально что ли? Шо такое? Выдвигаемся. Смерть доставлена. По нам ведут огонь. Дух машины готов. Будет исполнено. Выдвигаемся. Как прикажете. Каждый боец брат мне. Страх повергает веру. Враги человечества не устоят перед нами. Увидь силу императора. Враги человечества не устоят перед нами. Гранаты, гранаты. Враги человечества не устоят перед нами. Да, враги человечества не устоят перед нами. По слову императора. Враги человечества не устоят перед нами. Слава императору! Бойтесь чужаков, мутантов, еретиков. Бойтесь чужаков, мутантов, еретиков. Император хранит нас. Джаггернаут готов служить императору. Выдвигаемся. По нам ведут огонь. Как прикажете. Приближаюсь к цели. Хищник ожидает приказа. Джаггернаут к вашим услугам. Сила бога машины защитит нас. Смерть доставлена. Смерть доставлена. Чё ты солдат не строит? Да бесполезно. Хищник ожидает приказа. Император хранит нас. Моя рука не дрогнет. Где хардкор? Где эпик? Разведка! В атаку! Где бы компанию пройти? Хищник ожидает приказа. Как прикажете. Пока враги императора все еще дышат, о мире не стоит думать. Мы нанесем на карту расположение войск противника. Ты вообще здесь не ушел? Враги человечества не устоят перед нами. Враги человечества не устоят перед нами. О, мочи, мочи, не дай ему высадить. Готов служить императору. За императора. Все, сейчас оплот ереси, уничтожим все. Ты целых 16 подразделений убил. Вести дюр. Ладно, сейчас создам тебе компьютер в помощь. Спасибо. Так, ну допустим, компьютер. Команда 2. Космодесант.
Ладно, оставим космодесанта пока. Что ты за космодесант будешь? Не, я подумаю теперь. Нет. Ну на твой ты команду-то смени. И ради веселухи где-нибудь орков выставим. Ну так вообще весело будет. Ну поехали. Так. Да, о, великолепный. Сразу. Эй, а чё это у нас? Все зависло-то? Не понял. Я еще не зашел. А. Ну он, по идее, еще должен одновременно. У меня написано ожидание других игроков. А каких других? Что, соединение, что ли, рухнуло? Потому что я в игре уже. Да, но у меня почему-то ничего не шевелится. Ну давай рехост. Так. Ультрамары, да? Ну погнали. Не все. Чувствую сейчас. Затащим. Так, что он там замышляет? Да, ура, все! Че, все? Да, блин. Блин, я. Я тоже отходил, не поверь. Разведчики прибыли на службу. Жень, давай. Надо быстрее сейчас все захватывать, а то ты сейчас у нас. Фу ты, блин, это союзник, да, я обвожу его войска против. Разведчики прибыли. Пытаюсь контролировать. Ты, наверное, уже здесь все захватил. Да. Всю половину захватил. Ваше желание. Пока в моё отсутствие. Ты это думал. Я ж только жду, чтобы ты отдал. Я жду ваше желание. Зато у тебя оправдание. Защищаем объект. Защищаем объект. А ты что? Вашим услугам патрулируем местность. Да у меня союзники затащили. Производим проникновение на территорию противника. Ты выгаешь. Ага, ну ладно, я один против тебя. Готовься. Да, блядь. Защищаем объект. Мы ждем приказа. За центральные точки ВС повоевать. Да. Блин, союзник за ним. Ну ладно, я и без реликтовой точки пойду. Тем более, что ее можно отбить. У тебя. Ой, какой ты, а? Ага, аучный. Ты вон еретик, я знаю. Ты Ленину поклоняешься. Каждый раз. Каждый к самому главному хатситскому богу. Да, командир.
да, командир? Да, повелитель. Запущена программа строительства номер 721. Ну, там уже врагов каких-то видно. Запущено. Это не ты? Нет. Со мной стреляешь. Там везде, по-моему, скоро стреляют. За императора. Блин, вот это вот полностью зеркальная карта, хоть бы. Так, вы их выбили, мы. Точнее, я. Ой, ты выбил, ты с базы не выходил. Чё вы хорошо? Я вон, кстати, твою базу нашел, твоя крайняя слева, да? Всю базу вам засветил. Мы ждем приказа. Да, повелитель. Мы избраны императором. По нам ведут огонь. Я жду ваших распоряжений. Запущена программа строительства номер 21. Приготовить оружие. Пришло время битвы. По нам ведут оператора. Направьте нас на врага. Мы избраны императором. Ожидаю приказа. Могу чистить. Бывает. Я слушаю, лорд командир. Разведчик императора. Это компьютер. За императора. За императора. Вот твой компьютер то же самое творит. Вот олень мне, механик. Всегда на страже. Я здесь, чтобы служить. Всегда на страже. Захватить и удерживать. Ну а ты центр зато пока держишь. Ты что, думаешь, ты уйдешь? Да, он великолепный. Скаутами только идут. Запущена программа строительства номер 721. Да, кстати, я десантник. Они есть, десантники есть. Или это твои десантники? Вот, нет, это мои бегают. Не, видишь, какая-то команда. Я чувствую опасность. Мы должны пойти другой дорогой. Я служу императору. Да, он великолепен. Господи, десантники назад, блин. Слава императору! Что-то у нас один вообще завис. Да, повелитель. У меня такое ощущение, как будто они все зависли. Взвод космодесанта прибыл. Каждый боец брат мне. Служба ему объединяет нас. Ничего, сейчас я центр отожму. Хватает немножко, ну бывает.
А ты по центру? Как чё, союзник, какого хрена он там построил эти самые? Император хранит нас. Келья. Служба ему объединяет. Император хранит нас. Моя рука не дрогнет. По нам ведут огонь. Ох, ё-моё, сразу видно, кто пришёл. Сегодня враг узнает, что такое страх. Моя рука не дрогнет. Кельди ты всё-таки снёс, да? Полюбасы это твои, да? Не-е-е, не я. Ты чё? Раскрусали меня. Это компьютер. Императора. Угу. Он так всё умеет. Императору. Взвод к знамени. Ожидаю приказаний. Бойтесь чужаков, мутантов, еретиков. Ступай спокойно и держи оружие. Мне кажется, коп, блин. Ступай спокойно. Остановился на развести. Не тебе одному. Ожидаю приказаний. Страх повергает веру. Это по-любому ты там своих точек везде понаставишь. Ой, какой ты умный. Есть такое дело. Я здесь, чтобы служить. Кажется, я сейчас все профукаю. У тебя два компьютера, ты можешь профукать. Зато везде строят всякую хрень. У меня тяжелого оружия не мам, понастроил бы пушку. За императора приказания. Кукол. Да, Ольга. Ты про них вообще забыл. Запущена программа строительства номер 721. По нам ведут огонь. Уа, это здесь мой комп воюет с вами сейчас. Моя вера защитит меня. Много, наверное, на войне сейчас. Приказ понятен. Приготовить оружие. Пришло время битвы! Да, о великолепный! Да, повелитель! Запущена программа строительства. Сразу да видно! Граната! Слава императору! Отступаем! Нехим тебе отступать, не... Взвод к знамени! Все, блин, ты моих этих разрезал. А нефиг бегать, где не положено. О, готово. Так. Да, повелитель. А где вообще пушка? Строительство номер 721. Из воздуха что-нибудь бля. Да, по нам ведут огонь. А, все, понял. Что я должен сделать? Вай, вай, вай. Приготовить оружие. Пришло время битвы. Направьте нас на врага. Это мое. А никакого хрена. Нельзя атаковать указанный. Да уничтожьте. Иди. Они мой термогенератор забрали. Ну и ладно. У меня собственный. Я здесь, чтобы служить. А я вон справа термогенератор, потом ты же мой. Запущена программа строительства номер 721. Я жду ваших распоряжений. Запущена программа строительства номер 721. Дредноут, да? Ты что видишь мой дредноут? Да. Не, чё ты... Я ж говорю, разведка везде лазит. Разведчик фигер. Я...
запущена программа строительства номер 721. Да хватит. Да, повелитель. Запущена программа строительства номер 721. Офигеть. Где тут обтекать? Пока враги императора все еще дышат, о мире не стоит думать. Тут дешевле, что-то 80, тоже вроде. Хотя хрен вас. Че не таких можно? У тебя сколько космических? Три отряда. Сегодня враг узнает, что такое страх. Да, командир. Ну, вместе с этим, со снайперами три. Блин. Я пробудился. Я уже вторую базу строил. Я вновь готов служить. А у тебя ее нет. Враг контратакует. Воины Инквизиции ждут вашего приказа. Я ее чисто за генераторы строю. Без них это шандец будет. Я здесь, чтобы служить. Центр орбитальной связи. Приказывай. Здесь, по-моему, точки еще иссякать могут. Запущена программа строительства номер 721. Запущена программа строительства номер 721. Да, о великолепный. Служение – смысл моего существования. Инквизиция придет за тобой. Инквизиция. Инквизиция на моей стороне уже. Тебе опять самозванцы какие-то пришли. Это ты пушек понастроил. Вот полюбас, компьютер так не может. Нет, это компьютер, я тебе отвечаю. Откуда у тебя данные такие? Разведка. Конечно, знаешь, кто тебя засунул рано или поздно? Чего ты там? Доставлен. Ты не найдешь моих разведчиков. Хищник доставлен. Запущен программа строительства номер 721. И в следующий бой уже за другой раз. Эти уже все. Хищник ждет приказа. Сегодня враг узнает, что такое страх. Так, шеф. Так точно. За мной! Ничего! Ты бы видел, как компьютер понастроил пушек на своей базе. Компьютер пушки не строит, проверено на собственном. По нам ведут огонь! Вот ты! Это ты. Вот ты. Я вижу, это ты. И кошки техножрец. Вот это мой... Твой тусу. Знаем страх. Ё-моё, взадите тебя. Так точно. Хищник ждет приказа. Каждый боец брат мне. Я не выполнил свой долг. Граната. Моя вера защитит меня. Враги человечества, да не устоят перед уже, нами. Враги человечества не устоят перед нами. Перегруппироваться! Увидь силу императора! Говно! Это что за однорукость? Священной яростью! Враги человечества тоже не устоят перед нами. А с
вещам его. Уничтожить танк! Избранный император. Хищник ждет приказа. Мы несем его слово. Вперед! Хищник ожидает по приказа. По нам ведут огонь! Ах ты, хитрый гад, у тебя жизни не осталось. Так. Да, о великолепный. Это твой был, нет? Капеллан. Капеллан твой погиб, нет? Когда? Значит, не твой. Я что, не успел посмотреть. Хищник ждет приказа. Мы очистим эти земли. Наконец-то война. Тебе не, конец. Не, ну компьютер вообще пушки настроил и все. Юнитов немало было. Это не компьютер, это твои пушки были. Вот сейчас увидишь, зайди направо. Направо зайди. А, ну, здесь такая лица. Компьютер. Я пробудился. Ничего себе, одна. Я только одну увидел. Ух ты, проем целый там. У меня ресурсов уже по 2500, как-то. А у тебя там как? Чё? С ресурсами как у тебя? Фигово! Я пробудился! По нам ведут огонь! Каждый боец брат мне! Воины инквизиции. А это твой танк. Ждут вашего приказа. Направьте нас на врага. Наконец-то война. Тебе конец. Враги человечества не устоят перед нами. Враги человечества не устоят перед нами. Воины есть, есть. Ждут хищник ждет приказа. Приказа. Давай. Будет исполнено. Ура. Хищник ждет приказа. Мы ударим. Я пробудился. Со священной яростью. Император хранит нас. Сейчас посмотрим твой крепроем, где он. Во славу ордена! Ура! По нам ведут огонь! Ты справа боишься идти, слышишь, да? Там артиллерия работает. Какой крепроем? Нету тут ни хрена. А, кто дрочит? Что я должен сделать? Ой, а что ты артиллерию не используешь? Враги человечества не устоят перед нами. В вашем распоряжении. Каждый боец брат мне. Взвод к знамени. Я несу его волю. Ну, ты чтоб не расслаблялся. Да, он великолепный. Забудь. Ты по центру братья. Спрятался, да? Где-то неподалеку. Хищник ожидает приказа. Мы ударим со в фильме такой Пепелас был. По нам ведут огонь. Мы ударим со священной яростью. Сегодня будет славный яростью. День в истории империи. Только враги человечества не устоят перед нами. За императора. Враги человечества не устоят перед нами. Увидь силу императора! Враг где-то неподалеку. Моя рука не дрогнет. Хищник ждет приказа. Хищник ждет приказа. Лучше умереть. Враги человечества не устоят перед нами. Я несу его волю. Все, уже эти базы захватывают. Хищник ждет приказа. Очистить. Враги человечества не устоят перед нами.
Да ты вообще не чувствуешь. Ну не чувствуешь, по другой раз. Пока звонит. Враги человечества не устоят перед нами. Я еще хреново играю. Что я должен сделать? Взвод к знамени. Да, это заметил. Я просто не хочу держать. Враги человечества не устоят перед нами. Слава императору! И все-таки, где там все? Хищник ждет приказа. Ох, не чисти. Боитесь нашего гнева. Враги человечества не устоят перед нами. Взвод к знамени. Пока враги императора все еще дышат, о мире не стоит думать. Его лечишь, да? Моя рука не дрогнет. Наш рабочий эти рабочие только пока враги императора все еще дышат, о мире не стоит думать. Хищник ожидает приказа. Разведка. Я что, уничтожил? Да. Ну, союзникам ты тоже не перекос. Хищник ожидает приказа. Я вновь готов служить. Да, повелитель. Ладно, возвращайтесь сюда. По наведу догонь. Мы слышим его существование. Если только императора. И даже оружие не доплатит. Все, что должна побегать. Во всем ты виноват. Ага, я. Я-то тут каким-то. Не знаю, давай.